В Германии безжалостно критикуют игру немецкой сборной на чемпионате мира в России. Причем я сознательно говорю игру в целом, и речь идет не только о последнем провальном матче. Футбол, который выглядит как замедленный повтор. Таков позорный конец блестящей эры. Ведущее футбольное издание Германии «Кикер» жестко критикует немецкую сборную. Поколение Мануэля Нойера, Жерома Буатенга, Матса Хумельса, Сими Кедиры и Мезута Озила уже отслужило свое в качестве оси сборной. Совершенно безыдейный и беспомощный футбол, который выглядит как замедленный повтор, стал позорным концом блестящей восьмилетней эры. До чемпионата Европы нужен радикальный перелом. С Йоги Левом во главе команды представить его практически невозможно. Крупнейший провал немецкой истории чемпионатов мира. Заслуженным считает вылет немцев и таблоид «Бильд». Вылет. С такой игрой большего мы и не заслужили. Это крупнейший провал немецкой истории на чемпионатах мира и позорный конец катастрофического выступления в группе. Игру немецкой сборной издание называет унылой, безыдейной и без движения. Мюнхенская «Süddeutsche Zeitung» также не сомневается в заслуженном вылете немецкой сборной с чемпионата мира. Они играли неторопливо, им было нечем удивить, они были предсказуемы. В первом тайме игра выглядела так, как будто кто-то переключил передачу на минимум. Не хватало темпа, динамики, свежей мысли. Некому было даже заставить южнокорейских защитников понервничать прорывами в штрафную. Никто не пытался найти брешь в обороне соперника. Зато сборная Германии заставила серьезно понервничать немецких болельщиков. В блогах и на различных форумах люди не скрывают своего разочарования. Причем расстраивает болельщиков не столько сам факт вылета их команды, сколько пассивность и отсутствие на поле борьбы. Да, настроение сейчас, конечно, на нуле, но жизнь продолжается. Нет слов. Такого результата я не ожидал, но мы его заслужили, потому что немцы были слишком ленивыми. Что тут еще скажешь? Они заслужили вылет. Я не увидел на этом чемпионате ни одной убедительной игры немцев. Да, первые две игры были очень плохими, как мне кажется. Плохо сыграли в обороне и не воспользовались шансами в атаке. Если вы за весь матч не можете забить гол Южной Кореи, то вы заслужили вылет. Как видите, никто не рвет на себе волосы, многие реагируют даже с юмором. Сейчас в соцсетях распространенные шутки о том, что же делать теперь со всей этой атрибутикой для болельщиков. Посочувствуем всем сотрудникам супермаркетов, которым завтра рано утром придется разбирать всю символику чемпионата и остаток года допивать пиво в черно-красно-золотых банках в цветах флага Германии. Примечательно, что и в соцсетях, и в СМИ немало сравнений немецкого тренера, который руководит сборной уже на протяжении 12 лет, с немецким канцлером, который руководит правительством практически столько же лет. Оба многого добились и обласканы успехом, может, даже слишком к нему привыкли, чтобы еще по-настоящему хотеть и уметь его добиваться, пишет немецкое издание «Шпигель онлайн». Вероятно, саммит ЕС закончится как игра против Южной Кореи. Недостаток смелости, инициативы и неудобный соперник, которого долго недооценивали, резюмирует автор статьи. Но это уже другая тема.